продолжении поста об антидепрессантах. Почему именно я, рассказываю об этом, будучи хоть и клиническим, но все-таки психологом, а не психиатром, невропатологом? Да потому, что именно ко мне обращаются люди, которые годами недополучают адекватной психологической помощи, когда они именно в ней нуждаются. Именно в моем поле оказываются люди, которые не доверяют психиатрии, фармакологии, медицине в целом, и которые иногда годами просто ищут решение в кругу психологических тренингов, духовных практик. Именно здесь те, кто никогда не спросит психиатра, даже не откроет видеоблог психиатра по ряду часто субъективных, но иногда даже объективных причин. Это недоверие приводит их в круг, в котором бываю я, будь то даже не совсем доверяя клинической психологии, но все-таки скорее услышать меня.